Уважаемые господа профессоры и магистры Рижской классической гимназии, уважаемые гимназисты, дамы и господа гости нашего традиционного пушкинского бала. Невозможно представить себе современную цивилизацию и мировую культуру без удивительных произведений русской литературы, русского искусства. Но непревзойденной звездой среди всех величайших достижений русской культуры является Александр Сергеевич Пушкин и его творчество. И мы горды тем, что ежегодно выпускной класс прогимназии отмечает накануне лицейского дня 19 октября свой главный праздник. Мы вспоминаем о том, насколько велико значение Александра Сергеевича Пушкина, его поэзии и в целом русской культуры в нашей современной жизни, в том, чтобы вы, дорогие друзья, стали по-настоящему людьми образованными, а не просто получившими образование. Мы поздравляем вас от всей души с главным событием вашего выпускного прогимназического класса. И мы надеемся, что уже меньше, чем через год, вы пополните достойно ряды гимназистов Рижской классической гимназии. Виват! Да здравствует наш бал и наша гимназия! Ура!